Город наук появится в холлах школы номер 19 уже в ближайшую неделю. На стенах рисуют картины на научные темы. Здесь расположилась химическая лаборатория. Отделка кабинета уже завершена. Осталось только убрать класс и завести оборудование. Здание готово на 98%. Теперь здесь создают особую атмосферу, зоны отдыха и дизайн коридоров. Несмотря на то, что школу строили по типовому проекту, это здание отличается от первого объекта – школы номер 69. Эту школу мы уже строим чуть-чуть по-другому, понимаем все нюансы для эксплуатации детей, и, соответственно, мы их уже сразу закладываем. Также мы предусмотрели отделку колонн, которая не была отделана в 69-й школе, чтобы они не бивались, чтобы были более жизнеспособны. Предусмотрели по-другому отделку санузлов, изменили раковины, они стали на ножках стоять, да, то есть изменили, ну, такие многие элементы, можно их перечислять долго. Это станет школа еще лучше. Сегодня на месте уже с традиционной проверкой мэр Иркутска Дмитрий Бердников, главе областного центра, показывают помещения для проведения мероприятий. Их здесь два – форум для чтения лекций, актовый зал с театральным оборудованием. Спортивная площадка во дворе, а в здании – бассейн. Большая чаша длиной 25 метров с 5 дорожками и малая чаша. Сейчас их тестируют и заполняют водой. Самое ожидаемое открытие в школе – обсерватория. Она заработает в январе 2019 года. Конечно, замечания всегда есть. Какие-то мелочи, какие-то есть недоделки, что-то хотелось бы там подрихтовать, доделать. Но в целом объект готов. Улучшения, конечно, есть, усовершенствования есть. И так оно и будет. С каждым новым объектом типовой проект должен дорабатываться, что-то должно улучшаться, усовершенствоваться. Это нормальная практика. Сейчас здесь продолжаются работы по обустройству прилегающей территории учебных классов. 1 сентября школа откроет двери для 1600 учеников. Галина Соболева, Александр Барановский. Новости сейчас.